Добрый день, друзья. Сегодня у нас LG P700 Optimus L7. А это правильно. Будем менять вот такой модуль внизу зарядки. Кнопка Home, микрофон. Телефон у нас не заряжается. Вот он выломан у нас здесь. Болты у меня уже сняты. Ну вот он шлейф весь с виброзвонком. Можно заменить отдельно само гнездо. А можно заменить в сборе вот с таким модулем. Снимаем виброзвонок. Ставим шлейф. Болтик. Снимаем. Далее. Внимательно нам нужно будет нагреть, приподнять это стекло, чтобы вытащить вот эту часть, которая находится вот здесь вот под стеклом. Греем термофеном. Поднимаем каркас, заднюю панель. Придерживаем. Достаем шлейф, таким образом снимаем, снимаем подсветку, переставляем на новый шлейф. Вставляем кнопку. Кнопку Home. Таким образом закрываем. Переворачиваем. Как видите, все просто. Ставим виброзвонок. Алло. Кабель антенны. Заднюю панель. Проверяем телефон, подсоединяем зарядник. Зарядка пошла, ничего сложного, 5 минут на все. Всем спасибо за внимание.
ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания.